Сегодня мы рассмотрим, как заменить ручку задней обшивки и замена ручки нашей обшивки. Выкручиваем два самореза, снимаем пружины. Снимаем вторую пружину, удерживаем ее одной рукой, поддеваем и выводим с посадочного места. Снимаем. Далее выводим пластиковый фиксатор, выводим ручку и снимаем корпус ручки. Очищаем. Проходим щеткой. И собираем микрофиброй. Устанавливаем новый корпус ручки. Устанавливаем ручку на место. Заводим фиксатор. И устанавливаем пружины на место. И фиксируем. И устанавливаем вторую пружину. И заводим фиксатор пружины. Проверяем. И закручиваем саморезы. Поджимаем. И второй саморез. Кому пригодилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Не забывайте перейти на канал и посмотреть другие мои видеоролики. До встречи на канале!